VR-технологии все чаще используются не только в развлекательных, но и в образовательных целях. Сотрудники лаборатории Digital Media Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем совместно с Институтом социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета и международной компанией Cerevrum создали методику, позволяющую обучить сотрудников ведению рабочих переговоров. Поскольку мы являемся одной из ведущих лабораторий, и наш курс является одним из ведущих, к нам обратилась компания Cerevrum. Они занимаются тоже обучением виртуальной реальности. И в какой-то момент они поняли, что им не хватает научной обоснованности их методик, выражения научной новизны, как правильно преподносить это обучение, как методологически правильно его формировать. У них уже были определенные методики, но им нужно было проверить свои гипотезы. И мы начали до пандемии уже первое исследование, проверяли стрессоустойчивость в их виртуальных средах на небольшой группе людей тестовой. У нас прошло 15 человек здесь в КФУ. С помощью данной технологии человек оказывается в обстановке, когда нужно общаться с клиентами, учиться вести переговоры или правильно реагировать в непредсказуемых ситуациях во время работы. Мы хотим обучать эффективно, и виртуальная реальность – это инструмент, который позволяет это делать. Вот. Эффективно, 24/7, без тренеров, конвейерно, при этом с персональным подходом к каждому человеку, ученику. Экономически эффективно и, да, действительно, человек быстрее воспринимает информацию. В принципе, исследования показывают, что человек коэффициент запоминания увеличивается на 80% по сравнению с обычными источниками информации. Сначала ученые создали методологию, включающую правильную последовательность действий при реальных сценариях рабочего процесса с различными персонажами. После этого сценарии были воплощены с помощью технологии виртуальной реальности. В начале обучения каждый участник эксперимента просто зачитывал последовательность фраз для определенной ситуации. Позже часть слов пропадала, и их надо было восстановить по памяти. На третьем этапе участников просили восстановить фразы полностью. При повторении подобной ситуации в реальном мире фактор стресса значительно снижается. Ответы собеседника перестают быть неожиданными. Мы следим за тем, куда человек смотрит, потому что шлем позволяет это отслеживать. Мы следим за тем, как человек голова движется. Мы следим за некоторыми еще другими параметрами, например, как управляется с манипулятором. Кроме того, после исследования мы проводим опрос. Впоследствии мы хотим добавить ЭЭГ, то есть чтобы снимать бионейросигналы человека, как он это воспринимает, нервничает ли он, как он эмоционально погружен, какие эмоции он испытывает. То есть сопоставлять эмоции реального человека с виртуальным миром и, соответственно, из этого делать какой-то образовательный прогноз. Исследования показали, что виртуальное обучение обеспечивает большую концентрацию внимания, чем при занятиях в традиционном формате. Во время таких тренировок происходит полное погружение в воспроизведенную реальность ситуации, что позволяет формировать коммуникационные навыки быстрее. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз.